Режим «Рубеж». В бою участвуют две команды. Для победы необходимо уничтожить штаб противника. Штаб хорошо защищен, поэтому для его уничтожения нужен удар с воздуха. Удар с воздуха осуществляется при достижении максимального количества очков. Очки зарабатываются успешным выполнением задач. Например, захват позиций, захват документов, уничтожение противников. Выполнение задач, помимо заработка в очках, усиливает вашу базу и оперативников. Например, при достижении определенного количества очков открывается доступ к ящику с тяжелым вооружением. Захват всех зон позволяет появиться подкреплению. А ликвидация тяжелого бойца значительно усиливает вашу команду и ускоряет процесс уничтожения ПВО. Учтите, ПВО защищает от удара с воздуха. Следовательно, удар возможен только в том случае, если противник остался без ПВО. Для уничтожения ПВО нужна бомба. Она появляется на базе при достижении определенного количества очков. Получите бомбу, заминируйте ПВО и не дайте его обезвредить. После подрыва всех ПВО и набранном максимальном количестве очков штаб противника будет уничтожен. Выполняйте задачи. Уничтожайте ПВО. Сражайтесь с умом. Удачи в бою!